туда, где мы тебя свободно пели, где было. 7 июля отмечается один из самых популярных летних праздников Ивана Купалы. День летнего солнцестояния. Этот праздник богат традициями, но одна из самых известных и любимых – это плетение венка. Издревле, в ночь на Ивана Купала, девушки плели венки и бросали их в воду. Купальские венки должны состоять из разных трав. Колокольчик, зверобой, тысячелистник, боярышник, базилик, Иван да Марья, роза папоротник, березовые и дубовые веточки. Именно эти растения наделяют праздничный венок магическими свойствами. Ай, на крыльях ветра, ты край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Ай, на крыльях ветра, ты край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Ой, на Ивана, ой, да накупала, зелье искала, веточки плела. Ой, на Ивана, ой, да накупала, на синие волны тайник бросала. Ой, на Ивана, ой, да накупала. Плыли веночек по синему морю, ой, на Ивана, тайна купала. Скажи, веночек, где мой дружочек? Ой, на Ивана, ой, да накупала. Наши предки считали, что когда плетешь венок, складываешь свою счастливую судьбу. Поэтому к процессу плетения венка относились очень серьезно. Что касается уникальных свойств венка, считалось, что он обладает большой силой. На Ивана, ой, да накупала, ой, да накупала, красная девка зелья искала, ой, на Ивана, ой, да накупала. Ивана, ой, да накупала, красная девка зелья искала. Ой, на Ивана, ой, да накупала. Зелье искала, веточки плела. Ой, на Ивана, ой, да накупала, на синие волны тайник пускала. Ой, на Ивана, ой, накупала. На Ивана Купалы девицы бросали венки в воду и гадали на суженого. Такой обряд в русских селениях называется молчаливой водой. Также некоторые девушки опускали на воду венки с зажженной лучинкой. Чей венок проплывет дальше всех, та и будет самая счастливая и обязательно скоро выйдет замуж. Чья лучинка дольше будет гореть, та проживет долгую счастливую жизнь. А если венок сразу тонет или его прибивает к берегу, то суженый разлюбил, и замуж она за него не выйдет. Ой, на Ивана, ой, да накупала, красная девка зелья искала. Ой, на Ивана, ой, да накупала, зелья искала, веточки плела. Ой, на Ивана, ой, да накупала, на синие волны
бежит по синему морю. Ой, на Ивана, дай накупала. Скажи, веночек, где мой дружочек? Ой, на Ивана, ой, да накупала. Ивана, ой, да накупала. Ряда венки, которые не были использованы, чаще всего уничтожались или сжигали в костре. Бросали в колодец, закидывали на высокое дерево. Но ни в коем случае нельзя было просто выбросить такой венок. Считалось, что вновь собранные купальские травы не будут обладать такой же магической силой. Улетай на крыльях ветра, ты край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Улетай на крыльях ветра, ты край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя